Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас 24-й день нашего 30-дневного челленджа. Мы почти на финише. Сегодня у нас будет тренировка на руки, на верхнюю часть тела. И мы будем использовать в качестве атрибута вот эти вот бутылки с водой. 2-литровые бутылки в каждую руку. Я, конечно, хочу сделать, просто вылить их на себя, потому что очень жарко. Но это все потом. Сейчас тренировка. Что? Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Ставьте комментарии, лайки. Буду очень рада вас видеть на своем канале. Всем хорошего вечера. Пока-пока.